Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях Чувашии прямо сейчас. В студии Ольга Алексеева. У природы есть плохая погода. Как Чебоксары превратились в тропики и почему асфальт уплыл, не дожидаясь дождичка в четверг? Кто успел, тот и слез. Карусели все чаще из детской забавы превращаются в проблему для взрослых. Куда бежать, если висишь вниз головой? Не ходит, не стреляет, но никогда не станет металлоломом. За кем до сих пор присматривает сторожевой корабль «Чебоксары» и откуда у крейсера «Ангел-хранитель»? В начале выпуска о погоде. На столицу республики и окрестности несколько часов назад обрушился настоящий тропический ливень. Улицы и дороги превратились в бурлящие реки. Стремительные потоки воды смывали все на своем пути, включая асфальт. Дождь только начался, а у нас на Хивежской смывает дорогу в гаражи. Смотрите, что происходит. Оказалось, у природы все-таки есть плохая погода. В этом убедились пассажиры троллейбуса 8-го маршрута. Электротранспорт съехал с раскисшей от дождя обочины. Никто не пострадал. А вот в самом центре города топило машины. Некоторые из них стояли практически полностью под водой. Вот здесь глубина в данный момент где-то выше колена. Добавлю, что разгул стихии продолжался всего несколько минут. На это время город замер в 10-бальных пробках. Мусульмане всего мира сегодня отмечают Курбан-Байрам – один из главных религиозных праздников года. В соборную мечеть Чебоксар на праздничный намаз пришли сотни верующих. Рифат Фаткулин о празднике жертвоприношения ради добра и мира и о том, что призыв «Аллах Акбар» – воззвание к Богу о милости. Голос муэдзина разносится по соседним улицам, призывая к праздничной молитве «Аллаху Акбар» – обращение к Всевышнему. Ритуал главной молитвы тоже особенный. Мулла читает особые суры из Корана. В переводе с арабского «день, когда злиться даже в мыслях – это грех». И вообще сегодня курбаном зовется все, что приближает человека к Богу, любая жертвенность. Помощь слабым и немощным, бедным и болящим объединяет народы, весь великий исламский мир. Курбан-Байрам – праздник света и благочестия. Таджики, татары, узбеки, во всех конфессиях хорошо живем. Сегодня, например, вот у нас был Курбан-Байрам, Аляска. Утром с 4 часов у нас был намаз. До намаза мы должны были держать уразу. После окончания намаза мы обязательно должны были кушать. До этого нельзя ни в коем случае. Вот, придерживаться надо. После праздника обязательно надо сходить на кладбище своим, читать намазы. Просить их грехи просил Аллах Таля. Праздновать Курбан-Байрам мусульмане будут 4 дня. В это время принято просить друг у друга прощения, дарить подарки, разрешать конфликты и как можно больше общаться со своими близкими. Самый великий можно праздник сказать, в котором там больше всего Аллах может прощать наши грехи в этот день. Все отдыхают и гостям ходят туда-сюда и празднуем. Самый лучший праздник, конечно. Вот мы ходим, гуляем, не работаем. Курбан означает «жертва», а «байрам» переводится с тюркского как «праздник». Праздник жертвоприношения. Древний ритуал напоминает верующим о пророке Ибрагиме, которому в испытании его верности Всевышнему было сказано принести в жертву сына. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Это главный ритуал праздника – побивание шайтана камнями у мусульманской святыни в Мекке. В этом году коронавирус внес коррективы даже в религиозные таинства. Так безлюдно в Мекке в этот день не было еще никогда за 1442 года по хиджре – мусульманскому календарю, исчисляемому с вхождения пророка Мухаммеда в Медину. Рифат Фаткулин, Георгий Кривошеин, Республика. Не справился с управлением или уснул за рулем. Основные версии происшествия на трассе Цивильск-Ульяновск. Многотонная фура вылетела с полосы в сторону встречки и повисла на отбойнике. Конструкция оказалась достаточно крепкой и не только выдержала удар, но и не позволила неуправляемой машине продолжить движение. Так удалось избежать серьезного ДТП. Отмечу, что лобовые столкновения, как правило, приводят к самым страшным последствиям. В ГИБДД Чувашии уточнили, что водитель длинномера – 60-летний мужчина с большим водительским стажем. Пострадавших в результате инцидента нет. И еще об одном ЧП. В этнокомплексе «Амазония» сломался аттракцион, и несколько человек зависли на 5-метровой высоте. В подвешенном состоянии люди ждали помощи около получаса, при этом сохраняли относительное спокойствие. По имеющейся информации, инженеры привели в чувство карусель, и все благополучно ее покинули. В чем причина поломки, будут выяснять эксперты. При этом на официальном сайте этнокомплекса написано, что карусель прошла реставрацию в апреле текущего года. Что понимается под словом «реставрация», не уточняется. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинула списки кандидатов на выборах в Государственный совет Чувашии. По единому избирательному округу 58 кандидатов, по одномандатным избирательным округам 22. От партии пенсионеров выдвинулись кандидаты и в депутаты Государственной Думы. По Канашскому одномандатному избирательному округу номер 37 документы подал председатель регионального отделения политической партии Николай Степанов. По Чебоксарскому одномандатному округу номер 38 партию пенсионеров будет представлять юрист Станислав Песин. Сегодня списки кандидатов для выдвижения на выборы в Государственный совет Чувашии предоставила и партия «Единая Россия». Списки были утверждены на региональной партийной конференции. Кандидатов определяли сами избиратели, выбрав достойных в ходе предварительного голосования. Такой подход позволил сформировать команду, которая, по мнению партии, реально сможет выполнить наказы своих избирателей. Учителя, врачи, руководители предприятий, волонтеры. Список возглавили депутат Госдумы Леонид Черкесов, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев и заместитель секретаря рекоделения партии «Единая Россия» Николай Владимиров. «Единая Россия» по единому избирательному округу выдвинула 69 кандидатов, по одномандатным избирательным округам 22. Для нас очень важным и самым, пожалуй, главным этапом было предварительное голосование, когда люди самостоятельно определяли кандидатов, именно тех, кого «Единая Россия» будет выдвигать на выборы и в Государственную Думу, и в Госсовет Республики. Поэтому люди определились. Огромный мандат доверия, который, конечно, «Единая Россия» очень рассчитывает и намеревается подтвердить на выборах уже в сентябре. Сейчас идет формирование народной программы. Поступило более 80 тысяч пожеланий. Многие из них перекликаются с инициативами президента. Народная программа станет основой для работы депутатов от партии на ближайшие 5 лет. Она включает простые вещи. Это поддержка наших семей, поддержка наших граждан. Это как и молодого поколения, так и, безусловно, наших старших людей. Вы знаете, очень много делается для поддержки многодетных семей, там, да, для тех, кто, к сожалению, воспитывает, может быть, это не полные семьи, одиноких матерей. Вот, мы пристальное внимание уделяем развитию системы здравоохранения, социального обеспечения, образования. В Чувашию поступили дополнительные 3 комплекта комплексов обработки избирательных бюллетеней. Теперь их стало 132. Использование электронных урн позволяет автоматизировать подсчет голосов избирателей, что значительно облегчает работу комиссии и исключает возможность фальсификаций. Использовать их будут в Чебоксарах на участках с наибольшим числом избирателей. Для голосования при помощи КАИП используются бумажные бюллетени, которые сканируются и распознаются прибором, производящим подсчет. На подключенный к нему принтер выводится протокол, который автоматически передается в вышестоящую избирательную комиссию. Для обеспечения безопасности жителей Чувашии на избирательных участках будет контроль за обработкой рук антисептиком, выданы маски, перчатки и шариковые ручки.
На 5 позиций вверх. В Чувашии набирает темпы кампании по вакцинации от коронавируса. Число желающих поставить прививку выросло вдвое по сравнению с показателями начала июля. Нагрузка на врачей увеличивается, поэтому на помощь приходят волонтеры. Екатерина Шеверова с передовой противовирусной войны передает. Второй пошел. Эту фразу в прививочных кабинетах слышат все чаще. Буквально заманивать процедурные кабинеты, как было еще несколько недель назад, уже никого не приходится. Привлекли студентов-медиков младших курсов. Они хоть и в белых халатах, по сути, менеджеры, следуют четкой инструкции. Очередей быть не должно. После осмотра врача прямиком в кабинет. Ни минуты простоя. С этим сейчас заходите к терапевту в 106 или в 107 кабинет, которая будет свободна. Профессиональный оператор едва успевает снимать происходящее. Конвейер здоровья в действии. Еще на прошлой неделе в Чувашию поступило более 25 тысяч доз спутника ВИ. Каждая ампула в федеральном регистре. Документооборот тоже на волонтерах. Врачам не до бумаг. Ничего себе. И не чувствовала, как будто коматажный укус. Все, да? Спасибо большое. И большое спасибо девушкам. Вот они мне помогли, как говорится, быстро оформлять документы. Я очень рада. Работают оперативно. Очереди нет. Зашел оформляться, сейчас привыкну, да и все, и домой пойду. Очень хорошо даже. В этой больнице всего 5 волонтеров, но, по словам медработников, их помощь заметно отразилась на работе в целом. Это ощутимая поддержка, и времени меньше тратится перед непосредственной вакцинацией. И они оказывают помощь в коридоре пациентам, подсказывают, может быть, у них какие-то вопросы возникают, они не понимают тот или иной вопрос, который вот в анкете, допустим, написан. И таким образом время сокращается приема. Много людей приходит? Много. Сегодня сколько? Примерно 50 человек приходит до обеда. А вчера? Вчера тоже был очень большой поток. В других филиалах больницы тоже есть волонтеры-медики. Дополнительные рабочие руки улучшают процесс. И я думаю, что все это происходит гораздо быстрее, чем до появления нас в поликлинике. Девочки помогают заполнять документы, волонтеры. И, конечно, да, это ускорило процесс, и очередей стало меньше. Волонтером может стать не только медик, но и любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Минздрава и получить волонтерскую карту. Екатерина Шеверова, Андрей Шоклев, Республика. В его море было много дорог, но его боевой путь закончился у пристани Чебоксар. Одноименный пограничный корабль теперь навсегда стал музеем. Вход открыт для посетителей. Репортеры программы «Республика» первыми поднялись на борт по билету, а не по приказу. Не 7, а 1000 футов под его килем. Это в судовом журнале. Он сухая аббревиатура. ПСКР-815. За флотскую жизнь ледяные воды Балтики заливали корму. Уникальные кадры. Пятибальный шторм. Чебоксары на боевом посту. Ледяные оковы на корме и соленые брызги. Только в рассказах смотрителей. Даже капитан у Чебоксар теперь номинальный. И блестящая оловом рында, судовой колокол, отсчитывает не часы вахты матросов, а конец экскурсии. Корабль ПСКР-815, он же «Сополь», получил в 90-е годы название «Чебоксары». И с тех пор наш город являлся его ангелом-хранителем. И в настоящее время наш корабль встречает горожан на своем борту. Мы находимся с вами на баке корабля. И именно отсюда начинается экскурсия по нашему кораблю. И только внимательный турист увидит, что сторожевой корабль, вроде как по старой привычке, как прежде, присматривает за тем, что вокруг, за людьми и водной гладью, за проезжающими по набережной машинами и за мирно сохнущими на берегу винтами. Тем, кто не в море, он подарит фотографии на память и шум прибоя в дребезжащем звоне металла. Больше всего мне понравились пушки. Там очень большие пушки. И я когда услышал, что вот эта вот пушка стреляет так много выстрелов в одну минуту, я очень удивился. Мне понравился колокольчик, потому что он звенит. У меня в ушах что-то звенит, непонятно. Он больше никогда не будет стрелять. На его палубу больше никогда не поднимутся 44 матроса. Он больше никогда не выйдет в море. Но никогда он не станет металлоломом. Чебоксары на тихой пенсии и лишь суровый прищур корабельных орудий напомнят о его грозном норове. Вадим Муравьев, Нелли Рявичус, Георгий Кривошеин, Республика. На этом я, Ольга Алексеева, с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До завтра.